лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Родного севера картина, полей зеленых предо мной, необозримая равнина и церковь Божия за рекой. Необозримая равнина и церковь Божия за рекой. Кругом, что не обнимут взоры, жилья далеко не видать. Луга, овраги, лес и горы, простор, раздолье, благодать, как имеют на сердце целебно. И этот мир, и тишина, и песни радостной, хвалебной, опять душа моя полна. И песни радостной, хвалебной, опять душа моя полна. Родного севера картина, полей зеленых предо мной, необозримая равнина и церковь Божия за рекой. Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Константин Северский. Здравствуйте, дорогие телезрители. Костя, сколько мы на передаче уже не виделись? 3 года. 4. 4. Ты же один из первых, да, по-моему? Один, да. У тебя не было выступающих в то время. И, в общем, да. С бухты-барахты я пришел, эфир не подготовился. Ну, не с бухты-барахты. Ну, что-то получилось. Это, наверное, промысел был в этом. У меня только там с вокалом не очень все получилось, потому что здесь был ремонт, и после этой пыли у меня было очень сложно. Верх был отрезан совершенно. Я пытался вверх уйти, к небу ближе, но не получалось. Так что прошу прощения, конечно. Ну, хотя ладно. Никто не жалуется никогда. Если ты как поешь, ты должен петь так, как оно должно быть. За эти 4 года, которые вот передача существует, много воды утекло. Я за это время... Тоже у меня такой взлет получился, можно сказать. Я хотел сказать, что благодаря тебе, твоему импульсу, ты еще мне ходил все время, надо выступать. Вот, приезжал к нам на храм Антония Сийского, да. И все время мне, отец Анатолий, надо выступать. Ну и в итоге концерт состоялся первый, да, и вот с этого все пошло. А только без меня. Я заболел, да. Мы уже в первой передаче об этом говорили, кажется, да. Да, ну вот повторяем, ничего, повторение. Главное движение, чтобы было вперед, как и в духовной жизни, не стоять на месте. Вот за это время храм был построен с Божьей помощью вот, в Осиновой роще. И благодаря, кстати, телеканалу «Союз». Ну, благодаря тебе я стал в опущенном строе что-то вот делать. Я хотел тебя спросить вот эту первую песню. Это на слова великого князя КР Константина Константиновича. Романова, да? Да. У меня был сборник, я вот выбрал несколько песен Майкова, Олега Константиновича, сына Константина Константиновича. Вот КР, несколько песен Есенина, «Душа грустит о небесах». Это у тебя такой цикл получается, или что? Да, потому что делать только на свои песни исключительно, вернее, на свои слова, ну, как бы авторские, в полном смысле слова песня, наверное, не очень правильно. Mm. Гораздо сложнее найти какую-то органичность с другим автором. Тем более
С 19 веком, с 18, да, начало 20. Ну, я понял, что ты какой-то внутри романтик все-таки, да? Не без этого. Но также без романтики вообще. Несмотря на трудные будни. Да, они и помогают выжить, наверное. Мы сейчас, можно сказать, не живем, выживаем, да, где-то? Или живем? Без Бога не до порога. Что ты еще скажешь? Ну ладно, спой, что у тебя еще? Осень во дворе. Кстати, с утра ехал, такая была погода. Солнышко. Когда моих коснется берегов, как призрачный туман очарование, запечатлеть на сердце я готов на фоне царственных лесов. И мерный шаг ее не отвратим, и дни становятся короче, и от костров печальный дым иглою душу всю исколет осень. И твой приход всегда так тих, как первый трепет ожидания. В саду стоишь увядшим ты, последнее безмолвное свидание. И мерный шаг ее не отвратим, и дни становятся короче, и от костров печальный дым иглою душу всю исколет осень. Когда моих коснется берегов, как призрачный туман очарование, запечатлеть на сердце я готов на фоне царственных лесов природы увидания. Спасибо, Господи. Сегодня ты хотел попеть как можно больше. Мы, можно сказать, решили с тобой немножко сломать стереотип передачи. То, что у меня обычно три песни, разговоры между ними. Ну, бывает, затягиваются что-то. Вот. Ты как-то... Откуда у тебя такое возникло? От просмотра передач. Во-первых, хочется себя всегда услышать. Ну, хоть разочек, одну песню. Всегда хочется. Поэтому... И хочется, чтобы люди побольше, да, поиграли как-то? Да, конечно. Формат... Это же музыкальная передача. Не позволяет, но имею в виду... Можно было побольше, да, их делать как-то? Или конечно, что? Конечно. Потому что людям, прежде всего, интересно песню послушать, новую песню. Ну, интересна и жизнь музыканта, как он живет, чем дышит. Ну, если это Магомаев, ну, такого уровня известно, я согласен. А если не очень, может быть, тогда интересны какие-то случаи жизни, чудеса там, да, вот какие-то промысел Божий, как бы вот. В жизни. Ну, путь, проследить. Да, как человек встретился с Богом, что произошло. Ну, не всегда получается это коротко, к сожалению. В результате здесь это размазывается просто передача. Да. Я не знаю, сейчас ли уместно ли об этом говорить. Ну, давай тогда попробуем. Ты только мне махни рукой. Ведь вижу я на расстоянии, мне до тебя всего лишь век земной проходит жизнь этим ожиданием. Но в эти дни в предчувствии немом, в таинственном тумане очертания, по водной глади ходит босиком твоя душа с моею на свидание. Ты только мне махни рукой,
Ведь вижу я на расстоянии не до тебя. Всего лишь век земной проходит жизнь этим ожиданием. Хорошая песня. А, ну, ты как-то будешь пояснять, хоть в минуту, кто написал там? Это мои слова и музыка. Твои слова? Я сейчас делаю лирический цикл песен, но как бы такой, можно сказать, смешанный смысловой стиль, чтобы можно было бы отнести это и к духовной, и к личной жизни. Это очень сложно, я не знаю, насколько у меня это получается. Кроме того, я ищу свой музыкальный как бы определенный стиль, и кажется, со временем, особенно за последний год, ну, не знаю, стоит ли об этом говорить, что очень активная была. Как раз мы с тобой год не виделись, Бочка. Угу. За этот год практически я жил в таком как бы вот активном размере жизни. Я имею в виду музыкальные, да, уже какие-то песни. Ну, в такой активности еще я уже привык. Если неделю я не написал песню, что-то не хватает. Значит, все. Но каждый раз песня как последняя. Не то, что это как бы само собойчик такой. Вот, раз, и все тут. Поэтому вот большой диапазон. Как бы я вот некоторые такие вот роковые как бы рифы использую. Но очень аккуратно. То есть я стараюсь пройти по какой-то невидимой линии, в которой песня вроде бы она и лирическая, спокойная, но насыщена некоторыми такими более жесткими моментами, ритмическими, да, вот. Рока, хард-рока, может быть, там уже, я не знаю, там, какие нам направления этой жесткой музыки, но я стал ее использовать. Ну, сейчас хочешь продемонстрировать это? Или... Я думаю, что чуть попозже. Сейчас вот я хотел продолжить. Это вот то, что сейчас исполнил. Она состоит из трех частей, эта композиция. Спишь, как бабочка, уснувшая зимою, еще своей сонной рукою благословить весну спешишь. И так многозначительно молчишь, что слышу над весеннюю рекою, как ты поешь, как ты летишь, моей души касаешься душою. Пахнет июньский ветерок на зной, и разразится дождь над высохшей землей. И тронешь ты меня своей волной, и уплывет кораблик мой с тобою. Многозначительно молчишь, что слышу над весеннюю рекою, как ты поешь, как ты летишь, моей души касаешься душою. И ты не умерла, но спишь, как бабочка, уснувшая зимою, своей сонной рукою благословить весну спешишь. Да, песни хорошие. Это все один цикл, да? Как бы три части? Ну, вот третья часть. Так как мы хотели больше музыки, давай сразу я исполню третью часть. Как будто ничего не происходит, все как всегда, как было и все вчера. Но чувствую, что где-то там восходит в неведомой дали прекрасная звезда. Никто ее не разглядит на небосводе, она проходит путь свой без следа. И одну в чудесном хороводе увидеть может чистая душа. Случится ли мне ее увидеть?
жить, не страшно умереть в струящихся лучах. И если в эту я войду обитель, то буду знать, что Бог простил меня. Хороший цикл. Триптих, да, такой? Понравилось. Их надо петь неразрывно, конечно. Неразрывно. Мы с комментариями, как бы в передаче, а на какой-то встрече музыкально их пою просто в одной линии. Угу. Я просто не знал, да еще и забыл. Возвращаемся. Редко встречаемся. Вот. Ну, а сейчас вот что сейчас? Творческое состояние твое продолжается, да? Продолжается. Сейчас наращивается техника. Да, благодаря тебе опущенный строй освоил. Ну, конечно, тут приобрел несколько гитар. Они, хороший инструмент должен быть обязательно. Без этого технику не освоит. Угу. Тем более, это не мой инструмент. Я его на ходу осваиваю. И это сказывается, конечно. Базы не хватает. Если я в музыкальной школе бы не на ударных играл бы, 70-го по 75-й год заканчиваем. Вместе с Сергеем Чураковым учились, этого музыканта, Царство ему Небесное. Прошу молить за него. Он уже много лет назад умер, достаточно молодым. Вот, а мы с ним начинали учиться. Он же у Бориса Гребенщикова одно время играл. Потом создал свой коллектив «Вермишель Оркестр». И создал свое музыкальное, можно сказать, направление. Там струнные были, мандолина, он на баяне играл. Играл на уровне Паганини. Но после того, как он упал и сломал руку, он уже не мог восстановиться. Такой техники он не играл. И на нескольких куполах мы... Самый первый был, когда вот фестиваль открывался. Ирина Скорик его тогда вот организовала. Мы с ним выступали как раз Ваня Ковалев, Сергей Чураков. Вот. Мы две песни играли. «Свечечку». Еще какую-то, не помню уже песню. Потом его не стало. Конечно, таких музыкантов не хватает. Если бы он был бы жив, конечно, мы бы что-то бы придумали вместе, наверное, на сегодняшний день. Что материала музыкального много, в каком-то своем оригинальном стиле музыкальном. Ну что, давайте вот еще спою песню. Вот написалась такая песня. Обычно сложная музыка, а тут вот решил на простых. А знаешь, тоже сложно вот на простых аккордах найти какую-то индивидуальную мысль. Золотые луга, как вернуться опять? Разгрустилась душа, ни вздохнуть, ни сказать. И за эти года я не вспомнил про вас. Золотые луга, где же вы, где же я? Нас везут поезда в города, как же нам не забыть, где мы были вчера? Нами брошенный дом навсегда, навсегда. Отчего же теперь потеряли покой? Отчего же теперь потянуло домой? В золотые луга, как вернуться опять? Разгрустилась душа, ни вздохнуть, ни сказать. И за эти года я не вспомнил про вас. Золотые луга, где же вы, где же я? Получается, что такое разная жанровость, и, ну, пытаешься и там, и там, и там, да? Они интересны на одном чем-то останавливаться. Угу. Да как-то не думаешь об этом, все же стихийно получается. Здесь какая-то традиция уже, ну... Какой-то стиль уже отработанный. Да. Ну вот, ну да. И к чему это все идет? Все это? Ну вот, я готовлюсь к каким-то индивидуальным концертам уже, да.
Не знаю, что получится, как тут, куда выведет. Об этом пока не думаю. Ну, пока вот такие встречи небольшого, там, человек 50, 100, 150. Хотя приглашали на фестивале, вот «Балтийские струны» я выступал. Ну, тоже опыт, это все опыт, и очень полезно попробовать. В разных акустических вариантах. Там мы вообще на песке, на пляже выступали. На южном береге Балтийского моря. Я даже не знаю, что такие фестивали существуют. Совершенно тоже случайно так вот общались в Эстонии, прослушали, пригласили. В последнее время там больше выступаем. В основном-то мы в творческой мастерской выступали здесь, в нашей, вот, в Страннике, потом постарали. Ну, раз в месяц, потом-то я стал раз в неделю делать. Да. Ну, выступающих много. Ну, я обрастаю выступающими. Со всей России, да, едут? Да, такой громадный список. Я недавно его увидел, этот список. Даже тех, кто снимался в этой передаче, он уже большой. Вот. Но некоторые вот люди и по два раза, и по три бывают в моей передаче. Потому что человек настолько многогранен, что в одну передачу не вместить, как тесто. Вот, расплывается, разъезжается, вылезает и из формата передач. Вот с тобой мы через 4 года встретились. И вот, это, можно сказать, отчетная передача. За 4 года. Конечно, далеко не все. Тут можно песни показать. Их около за год написано, ну, не около, 50 где-то, может быть, уже больше. Ничего себе. Ну, сейчас вот тексты практически каждый вечер пишу. Но это не означает, что каждый войдет в песню. И не каждый вообще как бы на уровне каком-то более-менее. Не каждый текст можно даже стихами назвать. А не то, что на поэтическом уровне. Нет, далеко не так. Я пишу сейчас даже детскую песню. Про ежика и лису, например. Знаешь, очень сложно. Мне не закончится. Гораздо более вот такой вот лирический там текст легче написать. А вот для того, чтобы... Я понимаю, Чуковская у нас какой-то был дар. Это определенное, конечно, мышление и практика. Ну, пытаюсь. Я даже не подбираюсь. Не думаю. Хотя мысли-то есть. Ну, вот главное, чтобы мысли были. А потом уже задача стоит. Ставишь. Надо немножко впасть в детство. Впасть. Ну, к нему опять надо вернуться, если не будете как дети, да? Ну, да, это из этой... Вот. Так что это... Исходя из этой, из евангельских мыслей. Я думаю, что когда диапазон расширяешь, что в каждом направлении лучше получается, мне кажется, более... Каждый цикл, каждое направление на себя влияет. Взаимосвязь такая происходит. Это интересно заниматься. Я бы, наверное, давно бы этим оставил. Музыку оставил бы, если бы не было бы вот этого интереса. Насколько он увлекает сам творческий процесс, что не нужны уже и концерты, кажется. Во-первых, очень большая нагрузка, если ты пишешь много, да? Но если я 25 лет я не занимался музыкой, я понимаю, откуда это. Но все равно внутри, если ты даже не играешь, а ты уже копируешь, да? Мыслишь как бы этими музыкальными категориями в голове, может быть, на подсознании что-то происходит. И потом вот такой вот получается как бы выход, да, компенсация за те года, что вот совершенно ничего не писал. 20 лет было. Слава Богу, некоторые вообще просто засыхают. Ну, есть гении одной ночи. Мы это в истории музыкально знаем, да. Написал одну песню и все. Но и зато эту песню знаю. Не буду говорить, какую знаю. Вот. Ну, хотелось бы, конечно. Я не думаю о том, какая она самая лучшая или какая последняя. Я говорю, каждую как последнюю песню. Вот сочинил, я не знаю, что там дальше. Ну, сочинил. Громко сказано. Я не могу себя ни композитором назвать, ни поэтом, ни музыкантом. Я учусь просто потихонечку. Здесь вот на студии, конечно, сложно играть, звук как бы не соответствует, поэтому как бы вот даже в домашних условиях, на хорошем звуке, все совершенно по-другому получается. Ну, задача пробиваться. Да. Я тоже на концертах бываю, я не слышу, что я играю. Угу.
так вот все, и вообще не понимаю. Ты в юбилейном играл, два раза выступал. В юбилейном, в дворце спорта. Я выступал там. Да, какой же там звук-то? 150 киловатт? Сколько там? Ну, я не знаю, там громадно. Но там есть сценический звук. Ты играешь. А если вообще, когда колонки направлены в зал, и ты ничего не слышишь. Только вот, если что-то до тебя приходит оттуда, откуда ты эхом. А тоже уметь работать со звуком, да, с микрофоном. Нельзя в это время, надо работать, надо передавать тот образ, который хочешь передать. Батюшка, ну пожелай вот дальнейшей творческой жизни. Я желаю. Продвижения. Я вижу, как ты растешь. Спасибо. Мне-то некогда практически заниматься и не играть, не писать ничего. Батюшка, тебе помогает та база, ты же все-таки на профессиональной сцене выступал. И ты гитару музыкальное училище заканчивал. Поэтому берешь и играешь сразу. А мне приходится поначалу по 100 раз каждую вещь сложную проигрываю. Я сейчас довольно простые вещи. Композиция играл. Вот. И поэтому, я не знаю, наверное, тебя никогда будет не догнать. Да нет такой задачи. Догнать, перегнать. У тебя образ. Должен быть свой образ, узнаваемость. Да, каждый своей клею должен идти. У тебя есть находки гитарные, гармонических много находок. И стиль этот хороший. Ну, вот этим мы в детстве, в юности занимались. И мы все время искали свое лицо в музыке. Мы не шли вот той проторенной дорогой, которая уже существовала. Божья помощь тебе, творческих успехов. У нас первая передача подходит к концу, дорогие мои. С нами был Константин Сиверский. Мой друг, творческий человек, ищущий человек. Боже, тебе помощи, всем ангел-хранителя. До свидания. До свидания.